Добрый день, дорогие друзья! Уже прошли самые громкие распродажи на AliExpress, такие как 11.11 и Черная пятница. Но мало кто знает, что на AliExpress в декабре существует распродажа под названием Новый год добра. Старое название данной распродажи 12.12. Это аналог 11.11, и даты проведения ее такие. Разогрев данной распродажи Новый год добра пройдет с 4 декабря 11 часов по московскому времени и продлится до 7 декабря 10 часов и 59 минут. Также по московскому времени. И главная часть распродажи пройдет 7 декабря 11 часов по московскому времени и продлится до 12 декабря 10 часов и 59 минут. Также по московскому времени. Ссылку на главную страницу распродажи, на которой мы сейчас находимся, оставил в описании под роликом, и более подробно про распродажу будет рассказано и показано в следующем ролике. Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк под роликом за мои старания и подписывайтесь на канал. А сейчас мы рассмотрим все доступные промокоды и купоны AliExpress на данный момент. Друзья, AliExpress решил, что празднование распродажи 11.11 принесло для бюджета огромные потери. И поэтому мы в Черную пятницу не видели новые купоны AliExpress на скидку. Но промокоды в разгаре распродажи появились, хоть и не такие, как 11.11. Но не стоит расстраиваться, ведь еще целый месяц до конца декабря 2020 года будет работать наш самый выгодный промокод для новых пользователей AliExpress, только на первый заказ. Данный промокод предоставляет скидку 250 рублей при сумме заказа от 500 рублей и выше. Правильное написание данного промокода и срок его активности также в описании. Данный промокод работает только для новых пользователей AliExpress и только на первый заказ. А кому интересно посмотреть, что такое не новый пользователь, для сайта AliExpress можно поставить на паузу. Еще больше купонов и промокодов публикую в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми активными купонами и промокодами для сайта AliExpress. Рекомендую подписаться каждому, ссылка в описании. Друзья, промокод для новых пользователей AliExpress – это единственный рабочий промокод на данный момент. И поэтому мы плавно переходим к купонам AliExpress. На данной странице расположен купон AliExpress, который предоставляет скидку 70 рублей при сумме заказа от 100 рублей и выше. Купон можно получить, отсканировав данный QR-код с помощью мобильного приложения AliExpress или перейдя по ссылке из описания под данным роликом с мобильного приложения AliExpress. Ну а теперь мы переходим к купонам AliExpress, которые могут получить не все пользователи. Данный купон предоставляет скидку 250 рублей при сумме заказа от 300 рублей и выше, и будет активен до 10 декабря 12 часов и 59 минут по московскому времени. Все ссылки на страницы с купонами также в описании под роликом, переходите и получайте. А этот купон предоставляет скидку 150 рублей при сумме заказа от 300 рублей и выше, и будет активен до 2 января 13 часов по московскому времени. Заключает нашу подборку купон, предоставляющий скидку 100 рублей при сумме заказа от 150 рублей и выше, который доступен также не всем пользователям AliExpress. Все ссылки на страницы с купонами оставил в описании под роликом, переходите и забирайте. Естественно, на AliExpress получить скидку можно не только с помощью купонов и промокодов, ведь существуют сайты под названием кэшбэк-сервисы, которые возвращают проценты суммы нашей оплаты на AliExpress. И тем самым можно это считать такой же скидкой, как и остальные акции на сайте AliExpress в виде купонов и промокодов. Кэшбэк-сервисы – это такие сервисы, которые договариваются с онлайн-магазинами о том, что будут приводить клиентов. И за покупку приведенными клиентами кэшбэк-сервисы получают проценты. И этими же процентами он делится с нами. Чтобы получить кэшбэк, нам надо зарегистрироваться на данном сервисе, ссылку оставил в описании под роликом, и после этого надо обязательно активировать свой профиль путем подтверждения своей электронной почты, на которую зарегистрировали аккаунт в сервисе. Ну а далее в кэшбэк-сервисе находим сайт AliExpress и нажимаем на него. Далее жмем «Перейти в магазин», и через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress, где мы будем заказывать, как и обычно. И после оплаты любого заказа кэшбэк появится в сервисе в разделе финансов, из которого мы сможем вывести свои рубли любым удобным для нас способом. Ссылку на данный кэшбэк оставил в описании под роликом, переходите, рекомендую и сам пользуюсь. Друзья, приглашаю каждого подписаться на мой телеграм-канал и стать частью нашей компании любителей скидок. В телеграм-канале публикуются исключительно самые выгодные купоны, промокоды и другие акции для сайта AliExpress. Нас уже более 4000 человек, рекомендую подписаться, ссылка в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.